Сегодня мы с вами поговорим об истории становления, развития сыроделия на Алтае, в Алтайском крае. Но на самом деле любой сыр имеет свою историю, свою географию, свою рецептуру, а также свою науку. И как ни Алтай, можно сказать, что Алтайский край – это сырный край, в котором производится огромный ассортимент сыров различных групп. Так когда же они произошли и откуда? Но нужно отметить, что молочная промышленность начала свое развитие в России с далекого 19 века, точнее 60-х годов 19 века, когда ушедший в отставку офицер Николай Васильевич Верещагин решил заняться в своем имении молочным делом. Он, чтобы овладеть всеми азами сыроварения и вообще становления данного дела, отправился учиться в более развитые на тот момент страны. Это Голландия, Швейцария и так далее. И уже к 1866 году в своем имении начал заниматься молочным делом. Чуть спустя появилась и уже в Тверской губернии первый небольшой завод. И так, в принципе, в России начало развиваться молочное производство. Спустя некоторое время по России при поддержке Николая Васильевича Верещагина были открыты еще 30 маслодельных заводов. В Сибирь же молочное дело пришло с развитием и строительством Западно-Сибирской железной дороги. Любой труд в то время был по большей части ручным, нуждался в транспортировке очень тяжелой, все перевозилось в телегах, на лошадях. И, конечно, еще тогда не говорили о каком-то специализированном автотранспорте. И в 1897 году и 1900 уже в Алтайском крае появились первые маслодельные заводы. С их появлением начали постепенно развивать и сыроделие, потому что они стали определенным подспорьем. И в 1903 году в селе Верхслюдянка были произведены уже первые сыры голландского типа. Как раз, можно сказать, того голландского сыра, который мы сегодня с вами видим на прилавках магазинов. Я думаю, для всех жителей Алтайского края не секрет, что у нас производят такие сыры, как швейцарский, советский или алтайский. А кто-нибудь знает их технологию или откуда они произошли? И почему именно у нас в крае их производят? Немного расскажу и об этом. Например, о швейцарском сыре. Его производят на территории Алтайского края сравнительно недавно. Так великий русский ученый Дмитрий Анатольевич Гранников провел геоботанические исследования состав трав предгорья Алтайского края и установил, что он непосредственно очень схож с тем геоботаническим составом трав, которые произрастают в швейцарских Альпах. Тем самым сделал вывод, что из молока коров, которые кушали именно эти травы, можно производить аналогичный сыр высокого качества. После чего он продолжил свои исследования и разработку технологий. Он изучил вопросы уменьшения массы головки сыра, площади этого сыра, а также уменьшения сроков созревания и создал на основе швейцарского сыра сыр советский. В 1930 году были произведены первые опытные образцы данного сыра и отправлены в Англию, в Лондон, для того, чтобы данный сыр могли по достоинству оценить уже европейские специалисты. На удивление всем, данный сыр получил наивысшую оценку 95 баллов из 100. Ему была присвоена категория высшего сорта. Это на тот момент вызвало огромное удивление в европейском обществе, потому что как можно в Сибири, где очень холодно и очень, можно сказать, страшно, можно производить сыры высокого качества. Уже через год, в 1931 году, была открыта в селе Алтайское и первая
организация по обучению специалистов в сыродельной области, которая по сей день выпускает мастеров сыроделов. Мы уже вначале говорили, любой сыр имеет свою историю, свою кулинарию, свою науку. Так вот, любой сыр, помимо своей рецептуры, уже заложенной изначально технологом, он имеет и свою творческую частичку. Потому что каждый технолог на каждом этапе технологического процесса осуществляет не только контроль соблюдения рецептур, температур и различных характеристик, а также контролирует все своим ручным трудом, своими знаниями. По большей части технологам контролируется абсолютно каждый этап технологического процесса, начиная от приемки молока, внесения компонентов, образования сгустка, разрезка, получения сырного зерна, а самое главное – процесс созревания сыров, потому что они требуют за собой ухода. Любое молоко, как биологически активная жидкость и получаемые из него продукты, являются живыми продуктами. Также нужно отметить, что любой сыр – это очень важный продукт в питании человека. В свое время советские сыры, произведенные в Алтайском крае, поставлялись на фронт в большом количестве, как сыры высокой питательной ценности, обладающие широким жирнокислотным, аминокислотным составом, очень полезные при восстановлении организма. Поставлялись военным на подлодки, так как могли долгое время храниться. Нужно отметить также одного из выдающихся ученых, который начинал свою работу в это время и производил советский сыр на Алтае, таких как академик РАН Хромцов Андрей Георгиевич, который, будучи молодым специалистом, начинал свою деятельность на предприятиях Алтайского края, производил советские сыры, как раз которые поставлялись в том числе на подводные лодки. Затем, будучи уже опытным специалистом, первый начал изучать и состав так называемой молочной сыворотки. На сегодня Андрей Георгиевич – создатель самой большой школы молочной сыворотки в России. Он занимается изучением. И нужно отдать должное, все те продукты на основе молочной сыворотки, которые производятся не только в России, но и в Алтайском крае, также являются его вкладом в развитие отрасли. Несмотря на военные годы и тяжелое время, сыроделие на Алтае никогда не останавливало свою работу. Оно всегда развивалось. Появлялось новое оборудование, появлялись новые технологии, разрабатывались новые рецептуры. Научно-исследовательский институт на протяжении многих лет активно работал на благо данной отрасли. Многие великие ученые по сей день трудятся в научно-исследовательском институте, в университетах по всей стране для того, чтобы эта область, в частности сыроделие, активно развивалась. На сегодняшний день в Алтайском крае работает более 120 предприятий. Крупных сыродельных, маслодельных заводов, фермерских, различных маленьких хозяйств и сыроварен, которые предоставляют огромный ассортимент продукции на основе не только коровьего, но и козьего молока. Привозят новые, разрабатывают новые рецептуры. И постепенно всех граждан обучают тому, как правильно потреблять сыры. Поэтому я думаю, что все мы со временем сможем ощутить тот огромный ассортимент и тот огромный вклад, который более 100 лет вложен в сыроделие Алтая.